Всем привет, друзья! Я на месте, сейчас настроим камеру. Один раз я уже протер маслицем и уже высох. Для тех, кто не знает, для тех, кто видел, уже знают, а для тех, кто не знает, я протираю холсты маслом для того, чтобы легче было на нем писать. Масло можно брать любое. Я пользуюсь подсолнечным. А также можно льняным, маковым, оливковым. Без разницы. Сегодня я работаю на обыкновенном подсолнечном масле. А белый холст. Те холсты, которые я покупаю, они очень хорошо впитывают. Иногда я беру черные холсты, серые есть, черные. Особенно вот для написания каких-то фантастических пейзажей ночных. Там, конечно же, легче прописывать на черном. Акриловый грунт. Сегодня мы пишем работу, которая, если кто-то в YouTube сейчас смотрит меня, перейдите на страницу, есть все ссылки под видео, и там же работает чат. Вот такую картинку сделал я, фотографию. Чем она интересна? Давайте сначала я попрошу вас поставить мне оценки, как меня сейчас видно и слышно. Небольшая задержка. И сейчас я хочу все-таки, чтобы вы откликнулись в чате. Я сегодня пока один. Вижу пятерки, хорошо, десятки даже есть, отлично. Ну да, в общем-то, совсем недавно провели все-таки у меня стеклянные кабеля. И интернет стал, отдача интернета в 10 раз выше. Надеюсь, качество не будет теперь подводить. И все мои мастер-классы в будущем будут проходить в таком качестве, конечно же. Что мы сегодня возьмем? Вот смотрите, есть интересная такая картинка, и особенно она простенькая для любого начинающего художника. Нет ничего такого здесь страшного, чтобы мы что-то там старательно прописывали, за исключением, конечно же, вот этих веточек и вот этих листиков на переднем плане. Все остальное остается сзади. Все задние планы мы будем смыто писать. Причем, если у вас... Я взял 40 на 60 холстик, а вы можете взять, конечно, побольше. Как вам нравится. Можно брать квадратные, круглые, какие угодно. И рассматривать эту картинку, в принципе, можно, перевернув ее в разные стороны. Как вам понравится, так... В общем-то, и мы ее напишем. Также здесь присутствуют некие такие чистые цвета. Я наблюдаю, вот есть некий такой сиреневый оттеночек, потом есть красный, есть желтенький, есть светло-зеленый, темно-зеленые оттенки, разные, приразные. Опять же таки, в этой истории нашей картины вы можете взять любую краску, какая вам понравится. Может быть, она подойдет больше по интерьеру, и кто-то захочет уйти больше в синий цвет, кто-то в оранжевый цвет, кому-то понравится больше красный, может быть, кому-то будет более смотреться под ваш интерьер в желтых оттенках. Поэтому здесь вот именно она в том и интерес этой фотографии, что работу можно написать абсолютно в любых красках. А я возьму... Сегодня у меня будет на палитре... Походу не видно. Да, моей палитре не видно. Но я буду рассказывать. Может быть, вот так приподнимать иногда. Это обыкновенный холстик. 30 на 40. Я сейчас выдавливаю кадмий красный средний. Также мне понадобится
Сейчас я возьму вот синий. Любые синие можете брать. Также выдавлю на холстик желтенький цветик. Я возьму желтый средний, хотя здесь по самой фотографии видно, как желтый светлый, возможно. Ничего страшного нет, если вы возьмете любой желтый, любой красный, любой синий цвет. Какой-то может быть фиолетовый, либо сиреневый. Можно также замешать и сделать свой. Если замешать синий ультрамарин, допустим, и микроплак, получится такой хороший сиреневый оттеночек. Вот. Ну, вот то, что сейчас пока на этой палитре, то, что я выдавил, да, это синий, желтый, фиолетовый, красный цветик. Сейчас с помощью замесов, да, еще понадобится, может быть, чуть-чуть совсем белила. Так как я беру синий темный, поэтому буду его разбеливать. Вот еще белила надо. Белила берите титановое. Очень хороший для всех подмалевков. Также я возьму, сегодня будем пробовать работать как с мастихином, так и, может быть, с кистями. Так, вот моя боевая кисть. Строительная. Написано номер один. Ну, в общем-то, разницы нет, что тут, что здесь написано. Берите какую-нибудь кисть пошире. Не работайте с тонкими кистями, не привыкайте к ним. Первый подмалевок пишется именно толстой кисточкой. Так, ну, все вроде бы нормально. Можно начинать. Я так периодически, может быть, буду подходить и просматривать, что там происходит в чате. Вот обыкновенный такой светленький забел. А голубенькая красочка, это белила и синий цвет. И сейчас абсолютно примерно, не нужно повторять в точь то, что мы наблюдаем на самой картине, на фотографии точнее. А делаем это все приблизительно. И сейчас я просто наношу краску, не выписывая, не убирая лишнюю структурку, вот эту оставляя. А сейчас просто наносится на холст красочка, там, где примерно я вижу какие-то блики синего, ну, синих дальних планов, возможно, что это небо. Сюда же я сейчас сиреневый. И вот можно будет чуть-чуть разбавив сиреневый белильцем, мы получим уже такой интересный оттеночек. Очень красивый, и он хорошо вяжется вместе рядом с синим. И вот где мы его можем примерно видеть. Если, как я уже в самом начале сказал, что у каждого может получиться своя работа, своя картина, свой тон. Не обязательно прям выписывать точь в точь. Но примерно вот где мы можем, где хотим наблюдать оттенки сиреневого. Также большую часть я вижу. А вот переходы желтый-синий, получаем зеленый. На этой работе ничего так же страшного нет. Мы можем совершенно спокойно рядышком работать, и где-то, если у нас зеленые оттенки появляются, они не будут мешать. Вот есть вот такой зеленый замешал, он тоже будет звучать в работе. Где-то именно понадобится чуть глубже, немножко больше синего.
получаем больше такой темный цветик. Ну вот я наблюдаю глубину, там где теневая, и получаем вот такой темно-зеленый. Где-то вот, вот в этом районе можно. Также я вижу, возьму чистую кисть. Я вижу много оранжевых оттенков, поэтому добавляю сразу. Делаю замес оранжевый. И там, где вот большое-большое пятно, все-таки на вот этой части, пока ничего не прорисовываю, делаем вот такую закраску. Потом нужно будет связать всю краску между собой. Вот сейчас еще сделаю замес оранжевых. Красный с желтым. Получаем чисто оранжевый цветик. И он тоже нам понадобится на этой работе. Ниже я ухожу. Здесь вот больше желтого добавляю. Получаем такой оранжевый. Кот все успокоиться не может. Орет и орет. Так, ну вот в этом углу можно еще коричневый использовать. Взять, например, очень подойдет умбра сюда, жженая. И вместо краплака я буду просто красный затемнять умброй и получать такой оттенок темных листочков. Так, немножко я добавляю еще в красочку, ввожу, вот она умбра, и умбра, она будет неплохо смотреться вместе с оранжевым цветиком. Немножко в красочку я добавляю еще маслица, так, чтобы краска была жиденькой. Так, вот перехожу теперь опять на белило. Засветлить нужно. Я вижу такие вот салатовые оттенки на заднем плане. Зелено-салатовые. А после того, как пройдет мастер-класс, обязательно высылайте свои работы. Будем смотреть, что получилось у вас. А мне, например, очень интересно будет понаблюдать, как вы справитесь с этой работой. Котик, ты мне сейчас оборвешь все кабеля. Брысь отсюда. Ага. Ну вот пока как-то так. Наносим краску на нужное нам место. После чего будем с ней работать. По границам здесь вот немножко будьте аккуратней, чтобы сразу не смешать все. Одну из любимых работ все время повторяют дети, когда приходят на мастер-классы. И очень часто пишем, кто-то уже видел балеринок. И в принципе вот это и есть тот самый эффект, когда человек не знает, не знаком с краской, и пока нет, у многих новичков нет умения, вот это как раз-таки та самая работа, которая может пригодиться для того, чтобы поработать с мастихином, например, поприучаться. Поработать с кистью. Разными способами. Ну и просто поиграться, может быть, с красочкой. Очень такое вот. Довольно-таки интересный сюжет. И таких, на самом деле, масса очень много. И в интернете я видел очень много картинок на такую тему. Поэтому
выписывать здесь особо, как я уже сказал, ничего не нужно. Ну, в общем-то, Наталья, накладываем краску таким вот, если сейчас хорошо видно, я думаю, что хорошо должно быть видно, что краска у меня не совсем тонко лежит. И вот как только я начну с ней сейчас работать, все структурки, мы должны от них будем избавиться. Так, а что еще? Где еще можно? Серединку вот здесь. Конечно же, не так, чтобы холст прям просвечивался. Хотя есть и такой прием, когда мы делаем, чтобы холст просвечивался. Здесь сейчас просто наносим краску и все. Пока ничего не выписываю. Ну вот с этой стороны мне хочется взять что-то такое, как и, в общем-то, на картинке там. Попачкать зеленкой. Зеленую можно будет потом еще в конце посмотрим, что с чем уточнить. Легкую такое. Белила я потерял. Сейчас, секунду. Белила всегда уходят 2-3 раза больше, когда мы картину пишем. Хотя здесь вот очень мало их в этой работе, но тем не менее. Они есть. Вот, и сейчас можно, в принципе, уже всю картинку побаловаться с ней мастихинщиком. С этой краской погонять, повытирать. Еще немножко сюда красного. И возьмем тогда красный очень едкий. Если особенно размешиваем с чем-то. Его немножко нужно брать. Все, теперь вот мастихин. Я взял среднего размера. Здесь, конечно же, можно и побольше брать. Удобнее будет. Ну, я взял среднего. Не совсем маленький. А теперь сверху начинаю работать над всей работой. Вы можете ее положить, в принципе, на стол. Можете вот так сверху. Самое главное сделать вот эти вот приграничные переходики, чтобы они были очень такие плавные, красивые и в туманке. Чтобы не было никакой структуры. Почему? Потому что все дали, они не любят структуру на холсте. За исключением, может быть, каких-то светлых тонов. И вот видите, лишняя краска, она уже сходит. А мастихин лежит вот так плоско. Я работаю боком, не вот так острием, а именно боком. И перемешиваю между собой красочку, где-то вот по границам работаю. Наблюдаю именно то, что происходит за мастихином. Ну, вот лишняя, если она стекает, ее можно убрать, удалить ненужную нам краску. Можно тряпочкой. И, соответственно, вот то, что уже произошло за мастихином, и если мне уже нравится это, то я оставляю и уже не прихожу и не трогаю это место, потому что оно, можно сказать, готовое. Работа, уверяю вас, несложная. Дети справляются легко с такими работами, поэтому пробуйте. И в чем суть самой работы, в чем ее интерес, то что эта картина, она современная. То есть может совершенно спокойно где-то в спальню
куда-то, может быть, украсить. Любую комнату может, в принципе, украсить. И вот смотрите, как она красиво получается и раздавливается красочкой и гоняется в разную сторону. Единственное, запомните, что если вы отрыв делаете мастихина от работы, нужно мастихин все время вытирать. Иначе можно набрать краску, не вытереть мастихин и куда-то уже в готовое место, там, где она уже не будет смотреться, втюхать эту краску, и получится некрасиво. Ну, а так как мы сейчас работаем только над задним фоном, там ничего прописывать или показывать, конечно же, ничего не нужно. Сделать вот такой просто намек на то, что что-то там есть такое. Зритель может всегда догадываться, что же там происходит на задних планах. А в марте месяце мы тоже будем писать, но там будет один из платных моих вебинаров, где я показал, там картинка есть везде в моих профилях, приглашение. Также есть на странице, если вы перейдете под онлайн, есть написано там самый нижний раздел в меню, написано «Платное». А там не только я участвую, а также другие художники. Мы просто вынуждены были в последнее время с художниками побеседовали и решили, что так как мы ничего не зарабатываем на бесплатных вебинарах, сделать для вас платное выступление в том плане, что, во-первых, они недорогие, там по 300 рублей, а во-вторых, платный мастер-класс остается у вас. И вот те, кто участвует до начала эфира, приобретает этот мастер-класс за 300. А потом, конечно же, если человек сомневается, брать, не брать, может быть, на финал нужно посмотреть сначала. Не намного дороже, 500 рублей уже в магазине будет стоить. Вот так, не спеша, не торопясь, прижимаем краску к холсту. А, все очень хорошо здесь. Ну, я вижу, что все структуры холста, они забиваются. Ну, как-то вот особо здесь и рассказывать не нужно. Художники должны меньше рассказывать, больше показывать. Татьяна, да, я смазывал маслом, как обычно, всегда я делаю это. Иначе будет очень трудно. И вообще я не люблю сухие холсты, они скрипят, и на них неприятно писать. Многие художники, но тут зависит, все зависит от холста. Если у вас холст не впитывает, попробуйте. Вот если есть такие холсты, как с гуся вода, обработаны ПВА и так далее, там, конечно же, бесполезно смазывать маслом, масло будет только мешать. Поэтому на таких холстах удобно писать разбавителями, именно вот брать какие-то двойники, тройники, и пользуясь такими холстами, конечно же, вы не сможете маслом подсолнечным смазать и сразу начать на нем писать. А видно, возьмите, смажьте холстик где-нибудь в углу вот просто и посмотрите, как он пишет. Если он через 10 минут впитал в себя полностью и высох на этом месте, тогда этот холст, с этим холстом нужно, конечно же, будет работать именно с маслом. Первоначально его
пройтись маслицем. И потом увидите сами, что, смотрите, и краска хорошо тянется. А если бы холст был сухим, я бы сейчас его натирал. Ну вот здесь еще чуть-чуть осталось. Поработать. Все время вытирать. Ну а еще, конечно же, у масла, масло это такой материал, очень удобный для обучения живописи в том плане, что материал живой, можно двигать им. И надолго можно работать с маслом. Порой мы даже целый день пишем картины, вот на мастер-классах особенно. Это не значит, что я не могу акрилом писать. Дело в том, что для многих, например, новичков, в живописи нужно время для картины потратить. И поэтому масло – это идеальный вариант. И когда мы пишем на мастер-классах, бывает, что даже на час я могу где-то зависнуть с какой-то картиной с другим человеком. Ну, периодически подходишь, конечно, а бывает так, что не всегда успеваешь, особенно если большая группа. А с акрилом, конечно же, там не справиться было бы просто-напросто. А какие-то добавки разные есть такие, долго сохнущие для акрила. Тоже не вижу смысла, потому что есть для этого тогда есть уже и масло. Дешевле не будет. Добрый вечер, Валентина. Все пришли сегодня. Так, вот. Следующий этап. Следующий этап – это этап приближения. Вот на этот момент я сделал подложку, на которой теперь будем работать. И я вижу, что там я вижу. Какие-то вот есть дальние листочки и дальние веточки, которые мы можем прописать. Но прописать их нужно неясно. То есть сделать только догадку какую-то. На вот эта веточка дальняя, она практически смазана там на дальних планах. Есть листочки, они тоже смазаны и непонятные. Ну вот сейчас можно взять и примерно, опять же таки, показать, где мы можем что-то там такое показать. Я беру для этих целей вот сейчас кисточку чуть потоньше и сделаем как раз таки вот эту смазанную веточку, так чтобы она была не четкая, а именно смазанная на дальнем плане. Сейчас мы ее сразу смажем. А смазать ее нужно также кисточкой и также, чтобы она не кидалась просто на передний план. Можно смазать пальцем, можно смазать даже какой-то тряпочкой. Неважно. Я беру коричневый и красный. Коричневую умбру и красный, вот при смешивании получаем там такой, он еле заметный, не сильно бросается в глаза, похожий на марс коричневый,
Ну, вот и нужно какие-то там стебельки сначала определиться со стебельками и позже уже прописать какие-нибудь листочки, которые, опять же таки, на заднем плане не совсем эти листочки четко видны. Ну, за исключением, может быть, парочки какой-то. Вот я вижу, например, форму клена. Я даже не знаю, вот видел уже такое растение, но это, по-моему, не клен. Хотя кленовые все очень похоже на клен. Сейчас я просто абсолютно примерно рисую вот этот листочек. Там есть у нас еще один вот такой. Ну и нужно будет его сначала закрасить. А он такой прозрачненький, поэтому здесь нежелательно было бы немного краски, именно чтобы первоначальный слой был вытерт хорошо. Не знаю, как вебка сейчас передает. Я сейчас посмотрю. И так, чтобы он был нечетко выделялся, нужно будет поубирать, конечно же, все. Где-то, может быть, мелким мастихинчиком можно поработать. И сделать вот этот листочек такой же, как и подложечка была. Не сильно, чтобы выделялась красочка. Можно кисточкой, можно мастихинчиком. Здесь вот чуточку поаккуратнее с этим делом. Попробую я вот какую-нибудь. Можно мягкую взять. Сделайте так, чтобы вот этот листик, он уходит и сливается как будто бы с воздухом, с небом. Поэтому, когда на краях будет уже поменьше красочки, можно мягкой кистью сбить границу вот эту, и получится такое приграничное состояние, будет воздушное. Там ближе к веточке я вижу затемнение, поэтому также нужно немножко притемнить. Не рисуем пока ничего на листочке, только на передних листочках, те, которые будут совсем уже спереди, там можно будет, конечно же, все прожилки прописать. А на задних планах делаем только по такой вот догадке листочки. Ну, как я сказал, можно позбивать. Вот так мягко по границе, мягенькой кисточкой, хорошо ее вытерев сначала. И потом просто по границе пройтись. Очень едкий такой красный. С ним чуточку аккуратней. Не факт. Идем дальше. Так, в общем-то, собственно, все листочки, те, которые мы там видим, наблюдаем. Есть такие вот не особо прописанные. Есть какой-то темненький фончик и светлый, опять же таки.
где-то некие такие листочки, они не везде одного красного цвета. Там есть и красный, и есть, конечно же, блики. Желтенькие блики, это уже в самом конце нужно будет показать, что есть какие-то блики на листочках. Так, есть тут какой-то, может быть, еще вот здесь листочек. А, дальние листочки, если не хотите прописывать, можно вот так замазать их. И в такую в дымчатость запустить. Чуть дальше еще надо будет в конце присмотреться, посмотреть, где какие блики пустить. Может быть, из фиолетовых. Ну, вот здесь на этом плане тоже. Картину нужно по возможности прописывать целиком. Не зацикливаться на определенных каких-то участках, а писать по возможности, уходить из одного края картины в другой, переходить и писать картину по возможности сразу. Если мы останавливаемся на одном месте, то глаз очень быстро устает, и поэтому мы можем делать какие-то ошибки, соблюдать. Абсолютно ничего такого здесь пока не прописывается. Вот такие какие-то переходики из одного состояния в другое состояние. И где-то этот переходик нужно взять на стихийный, просто попридавив его, чтобы он слился с чем-то, с дальним. Ну и как-то вот такие, может быть, какие-то закорючки на дальних планах. Татьяна пришла. Всем здрасте. Татьяна будет отвечать, если возникнут какие-то вопросы. Как всегда, от моего имени в чате. Если таковы будут. Ну и мне проще, потому что я не отвлекаюсь сейчас на чат. Ты хочешь откинуть? Угу. Вот сюда, да? Угу. Так ты не здесь качество, вот здесь смотри. Вот эту, я, кстати, не вижу. Здесь. Я убрал здесь чат, нету. Еще раз для зрителей, те, которые смотрят на YouTube, чат работает на нашем сайте, поэтому ссылка есть под видео, переходите и смотрите. Вот тут внизу какие-то темные тоже листочки. Пока не пишем их, делаем такой набросочек. Коричневый с красным замес. Вот тут есть какой-то вот. Ты уже отвечал, да, на вопрос? Краску густо накладываем на холст или тонкий? Ага, да, это был.
И вот кто любит руки попачкать, вот тоже очень такая работа для креативная, можно сказать, где можно и руки попачкать, и кисти пописать, и мастихином. А работа, она будет получаться, в принципе, не сразу, по мере прописки. В общем-то, любая работа первоначально смотрится, конечно же, не прописанной, этюдной, а потом по мере. Тут я вижу и красненький, и желтенький там есть еще, можно будет добавить. А можно не добавлять. Сейчас пачкаем там, где нужно испачкать. Все пачкается. Красный еще раз смешиваю с коричневым. И вот не прописываю пока никаких веточек. То есть там есть у нас только... намеки на какие-то листочки. Конечно же, удобнее всего брать кисть чуть пошире, побольше. Единственное, на самых кончиках аккуратнее нужно подходить. Листочки делать такие более остренькие. В конце можно, конечно же, взять уже какую-нибудь совсем тоненькую кисточку и прописать все тоненькой кисточки. Сейчас не делаем этого. Еще я замечаю, что здесь не хватает. Кстати, всю видно картинку, да? Угу. А как-то мы писали, тоже такое дерево было. Из... красных цветов. Очень хорошо в такие вот современные интерьеры вписываются такие картинки. Это клен японский. Клен, да? Японский. Ну, листья такие. Они именно так и краснеют. На клен похоже. И вот что я вижу там еще, вот много-много среди тех листиков, есть какие-то задние веточки. Они не коричневые, не темные, а именно такие вот красноватые. То есть я, опять же таки, чуть-чуть я и пачкаю умброй жженой, красный цвет. И там есть вот эти вот много-много разных веточек. Их можно также понаписать. Они особо не выделяются на передний план. Поэтому нужно в загадке оставлять их еще. Впрочем, и вот здесь, на правой, с правой стороны, а такая же ситуация, поэтому они есть везде. Здесь уже краски.
Еще чуточку. Это не нужно вот здесь смотреть, Таня, чтобы понятно было, как трансляция проходит. Прекрасное качество. Да? Ну, посмотрим по завершению. Я уже боюсь что-то говорить. Обычно все видели, насколько мои выступления были в каком плохом качестве и хорошо, если ну по скорости-то да, мы проверили все, и по скорости идет отдача интернета хорошая, поэтому я думаю, что и качество должно оставаться соответственным. Много, помимо вот этого пятна, конечно же, там много всего. И бояться что-то так прописать, чтобы не получилось, я не думаю, что здесь нужен какой-то страх. Поэтому должно получиться у каждого из вас. Также можно приходить к прозрачности, чуть-чуть добавлять желтеньких, красных, для того, чтобы было ну, вот такой оранжевый цветик. Он создает как раз-таки настроение такое в картине и делает листик светящимся. Больше вот здесь, с этой стороны, естественно, нужно еще листочков. Со стороны камеры немножко неудобно затянуться нужно, но ох, слышно, как кот завывает. А, и ты тут нарушители тишины. Александр, извините, включить интернет. Я правильно понимаю, вы растушевали первый слой? Да, первоначальный слой, он была сделана подложка. А эта подложка растушевана. Естественно. После чего легче писать уже на таком не толстом слое. Поэтому обязательно нужно сначала с подложкой поработать, а потом. Ну, есть два способа. Один из способов – это писать пастозно, и тогда нужно выжидать, дождаться высыхания, и потом уже по сухому прописывать листочки. Ну, а так как это мастер-класс в таком в стиле импрессионизма, и, в общем-то, здесь, как я уже сказал, ничего нас не принуждает к такому, чтобы соблюдать строгие правила. Поэтому работа пишется на одном дыхании, без каких-либо ожиданий.
Фантазировать можно, что-то свое тут придумать. Так, работа позволяет делать. Вот так можно по веточке даже пальцем пройтись, и получается, что она попадает в такую в туманку и тонет на заднем фоне. Тут я еще хочу сиреневых каких-нибудь добавить, что тоже будет на листочке неплохо смотреться. И также утопить. Когда на задних планах нет таких строгих границ, тогда задний план смотрится именно вот таким, как будто вот как на фотоаппаратах фокус меняют. Так же и здесь. Прекрасный инструмент палец. Тогда можно без посредника ручки. Пользоваться таким методом. Ну и вот здесь вот толстенький слой. Его, конечно, можно оставить. Можно его убрать. Особо я сейчас вот так вот по-быстренькому пробегусь, по всей картинке примерно покажу вам. Ну а в дописке, конечно же, тут уже будете сами работать. Сами работать и сами фантазировать и доделывать. А, листочки на передних планах, там уже, конечно, видно, я вижу, что здесь есть и резцы такие по краям листиков. И на переднем плане нужно, конечно же, прописать их. Для темных веточек я беру больше коричневой. Хотя можно, конечно же, уйти еще. Коричневый смешать с синим. Получим вообще такой темный-темный цветик, как вот на передней веточке. И здесь, конечно же, мы темной веточкой можем прописать уже всю. От начала до конца вот эту ветвь, которая идет по всей картине. Причем она, ну, тут я вижу, что она разделяется. Коричневый и синий. Ну, можно для красноты добавить туда, чуть-чуть еще добавить красненький. Тоже будет красиво смотреться. Вот тут еще одно разветвление есть.
И еще тут на две части будет делиться веточка. И взять, может быть, взять уже потоньше кисточку, чтобы можно было безошибочно и аккуратненько прописать. А веточки все тянутся именно, вот смотрите, я практически двумя пальцами держу. То есть здесь не нужно напрягать кисть, и кисть лежит, в общем-то, она лежа к холсту. Иногда я ее прокручиваю для того, чтобы стянуть с нее остатки краски. Но тут, конечно же, нужен какой-то навык, чтобы тоненько протащить. Ага, я даже тоненькую кисточку не взял, да? Вон стаканчик, сейчас, секунду. Ну, да бог с ним, я не знаю. Такая вот есть еще. Клён. Вот где-то они... Такие красноватые веточки, которые отходят от центра к самому листику. А где-то веточки такие темные, ближе уже к основанию. Ну и что тут можно, в принципе, еще поделить. Ну и начнем. Вообще масляная живопись, она по своей логике высветляется. То есть мы берем сначала темную краску и потом накладываем на темную уже свет. А также и здесь вот листочки, которые будут здесь на переднем плане, они сначала будут у нас темные. Где-то вот надо посмотреть, они там есть прозрачненькие, посветлее. Так, и вот здесь, конечно же, уже есть вот у этого листочка. Можно задать уже... Делим сначала, вот как проще нарисовать листочек. Делим сначала... Не вижу, это в самый низ упирается. Вот, один листочек идет сюда, один... Такую звездочку сначала рисуем, и потом... Все, что от листочков могут отходить. А теперь закрашиваем самый центр. Ну, создаем формочку листа. И нужно, конечно же, задать вот этот резец. Сам резец. И сделать такую крапивку. Далее идет, как я уже сказал, темный, потом высветляем в некоторых местах, там, где он прозрачный, светится, туда нужно положить, но не белил, а именно избегая белил, потому что белила сразу все испортят.
Нужен красный, желтый цветик. И вот там, где он может светиться, прям положить вот в некоторых местах. Далее есть спрятанные за веточкой вот тут какие-то листики. Все нужно писать. Один будет вот сюда уходить. Опять же таки, как больше понравится, как вам. Захочется прописать этот листок. И нет ничего страшного, если он будет смотреть в какую-то другую сторону. А сама суть важна, то есть взять с фотографии саму суть и написать свою картинку. Причем даже если это пейзаж, не нужно, или вы где-то находитесь на природе и делаете и пишете с живой природы, не нужно все абсолютно в точности показывать. На самом деле художник должен вытаскивать какие-то моменты наиболее выгодные. Вопрос, если позволите, еще вопрос. Такой картине нужна пара в интерьере? Ой, да можно, конечно. Таким картинам. Все зависит от вашего интерьера. Все зависит от того. Вообще, конечно же, холст 40 на 60, это так. На самом деле, такие картины смотрятся на стенках, когда они под 2 метра холст. Очень красиво будет смотреться. Ну и также нужно смотреть, если позволяет квартира. Потому что есть, конечно же, маленькие комнатки, там двухметровый не будет тоже смотреться. Ну, как-то надо все совместилось, чтобы было по вкусу. А, ну, допустим, узкий холст и длинный тоже будет смотреться неплохо, я думаю. Ну и вот тут уже можно заводить темненьких тоже туда. Немножко красного. Красный с синим тоже получается достаточно такой темненький цветик. Больше выходит в такой темно-коричневый, тоже похож. Вот тут есть. Еще какие-то ветки. А на этих ветках я вижу. Вот тут в углах, где идут переходы. Какие-то, где разветвление. Там есть вот такие точечки непонятные.
Еще сделаю веточку. С ветками, конечно, здесь не перемудрить нужно. Так, чтобы не залепить все. Тут есть еще какая-то, какой-то листик. А потом здесь я буду поудобнее, когда встану. С этой стороны я допишу тогда. Вот здесь я вижу на первом плане темный такой достаточно листочек. Больше коричневого, чем красного. Он там, наверное, ему не положили еду, да? Он не кричит там, наверное. Да? И вот сюда уйдет. Ну, все примерно, если кому-то нравится сидеть, прописывать листочки, могут сидеть и прописывать. Я этого делать не буду. Так, можно взять, да, там есть вот в самом листочке много-много всяких прожилочек. Тут, конечно же, можно взять тоненькую кисточку и прописывать каждую прожилочку. Вот тут какая-то. Какой-то листочек интересный. Дальше. Обратите внимание, что есть как светлые, так и темные листья. Вполне здесь может перекрыть темнота.
Ну и все, остальное дело техники, друзья. Насколько вы сможете здесь прописать по детально, настолько и будет смотреться ваша работа привлекательной. Непонятно, откуда этот. Ань, что там? Тихо все. Угу. Матросов нет вопросов. Спасибо. Хорошо. Тогда скажите, кто сегодня рисует со мной? Есть ли таковы? Сейчас еще, наверное... Где-то параллельно проходят какие-то мероприятия. Видно, что мало народу приходит. Мало участников. Огороды вроде не начались еще. Хоть и весна, но все равно... Я думаю, для садов еще рано. Что висит? Ну вот. Все-таки не зря, значит, сделали сегодняшнее. Ну, а дальше все, в общем-то, я вам такую основу себе показал. Самое главное, как с подложкой работать. И если не получается второй слой сразу работать с ним, то подождите до высыхания, может быть, завтра, послезавтра, когда красочка начнет вставать, будет чуть легче с ней работать. Легче приглаживать ее. Вот, а я сейчас чуточку присмотрюсь, допишу еще, может быть, пару листочков. Больше я на самом деле вам не смогу ничего показать путного. Вот примерно так она делается, эта работа. И если у вас нет вопросов, то я думаю, на этом мы можем остановиться. Даже вот, смотрите, руками, можно всю работу руками что-то такое сделать. Довольно-таки интересная. И даже если мы ничего не прописываем, а вот так. Пожалуйста, на листиках будут. Да, на передних я еще сделаю.
там, где красочка кричит, ее надо чуть-чуть вот так вот поуспокоить, чтобы она не сильно. Не сильно выделялась. Ну и посмотреть, где-то вот можно еще блики какие-нибудь желтенькие такие покидать на некоторые части листочков. Все тут вот уже в ваших интересах, друзья. Если хотите, вы можете тут вот сидеть и, можно сказать, несколько дней можно еще потратить для того, чтобы прописать какие-то прожилочки, какие-то вот такие, ну вот то, что любят сами листочки. Причем все прожилки прописывать лучше, конечно же, на второй-третий день. Когда уже легче по самой картине можно облокотиться, можно вот после высыхания, можно даже облокотиться рукой и писать более четко, не на весу. Здесь каждый стебелек имеет оттенок какой-то. Есть свет, есть тень. Все нужно учитывать. И можно на стебель вот так еще где-то свет кинуть. Много здесь на самом деле вот этих веточек, и я не прорисовал их. А их нужно там много-много показать. Чуточку до ума надо довести, конечно. А как час включить здесь? Где? В YouTube. Он изначально был выключен, поэтому... Сейчас уже включить, да? А, по-моему, нет. Зачем? Просит включить. Чат в YouTube? Mm. Ну, так а есть же работает чат, друзья. А кто просит? Из YouTube просит. Изменить видео, сейчас попробуем. Сохранить. Все включили чат. Оказывается, работает. Возможно.
Век учись. Угу. Да? Век живи, век учись. Спасибо, пишут, ты заканчиваешь? Ну, в общем-то, да, я, можно сказать, на этом можно и закончить. Пожалуйста. Основную работу сделали теперь. Теперь остается только вот такая. Баловство остается. Тоже какой-нибудь, ой, какой-то не той попал, не той, не чистый. Еще раз подскажите, листья на первом плане каким цветом прописаны? Любым. Я взял кадмий красный, и у меня есть умбраженная. Ну, в общем-то, можно брать и краплак, и какой-то красный из трех можно цветов. Кадмий красный, светлый, может быть, и средний можно, и темный можно. И можно в коричневые добавлять оттенки. Все в ваших руках. Я же с самого начала сказал, что, в принципе, эту работу можно написать в любых цветах. То, что вам больше всего подходит в интерьер, возьмите тот цвет, который будет подходить вам. И все, что угодно можно сюда добавлять. Тут вот есть основной светик. Его тоже можно сюда закинуть. А можно как мастихином пойтись. Каждый штрих добавляет что-то, добавляет и добавляет в картину. Не зря художники пишут, часами бывают, стоят и смотрят, анализируют. Вот всегда должно мысль работать вместе с рукой. Художник. Это же Леонардо да Винчи сказал, что когда рука не работает вместе с головой, то есть там нет художника. И вот неоднократно я уже рассказывал, что сама сложность написать такую работу на вебинаре в том плане, что нужно же не просто писать, нужно еще продумывать, еще и объяснить нужно. И мужчинам, например, дается очень тяжело это. Потому что мы чуть-чуть по-другому, у нас думательный аппарат работает. Женщина же может делать одновременно несколько вещей, поэтому вам проще с этим. А у мужиков, ну, если я, например, кино смотрю, я ничего не слышу, никого не слышу. Мне бесполезно что-то говорить. Также и в картине
Здесь я чуть больше светика подал. Также есть, вот если у вас есть такое желание, можно. Так, я нашел чуть-чуть. Можно такие вот еще на картинке, на задних планах, что тоже будет смотреться. Сейчас я выберу желтенький. У меня его больше нет. Что можно поделать? Можно поделать вот такие, ну, в прошлый раз я рассказывал, как это делается. Вот такие вот кругляшочки. Они будут довольно-таки неплохо тоже смотреться. Но опять же таки, вот сделайте, может быть, где-то с краешка, попробуйте. Понравится, не понравится. А вот эти кругляшочки, они зададут такой на заднем плане, вот как летний зной. Даже непонятно, что это будет. Ну вот на многих фотографиях иногда просматриваются вот такие моментики. Есть у меня один из бесплатных видеоуроков на YouTube. Можете посмотреть с бабочкой, кто видел. Там я тоже прописываю такие капельки. Ну вот, смотрите, они тоже такой интерес добавляют. На фотографии этого нет. А... Да. Юлий Цезарь, да. Кругляшками очень круто. Ну да, прикольно, в общем-то. Можете не делать, а можете, если понравится, сделать. Тоже интересно. Можете не делать, если у вас ногтей нет. Ну, при чем тут ногти? Потому что ногтями так не сделаешь. Так я не ногтями же делал, подушечкой. Мешать будут. Да. Попробуй. Не получается. Да, конечно. Дай салфеточку. Не дам. Облизывай. Краски я еще не вязала. Да, вот и можно с кругляшочками так побаловаться, сделать где-то маленький такой, где-то побольше точечку, где-то размытый. Господи, что со стеклом? Ну вот тоже они, я думаю, что они неплохо смотрятся, кругляшочки такие. Это даже не капельки, а вот что-то такое. Напишите мне в чате, что это такое. Солнечные блики. Солнечные блики, да. Солнечные зайчики. Ну, как-то так. Чуть-чуть я еще доработаю, покажу вам картинку в финале. Группа. Вот. И, друзья, хотелось бы также посмотреть на ваши работы, что у вас получилось. Присылайте свои работы, ставьте в группе. Как-то так. На этом, наверное, можно попрощаться. Что тут пишут? Спасибо. Все, друзья, на этом я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч. Татьяна, давай вот здесь.
Пока-пока.